В Омске арестовали гастролера из Новосибирска. По версии следствия, мужчина разбил окно в общежитии колледжа. Оттуда он планировал похитить строительное оборудование. Впрочем, сам обвиняемый умысел на преступление отрицает. Говорит, что хотел всего лишь переночевать в помещении. А тут я смотрю, какое-то здание стоит красное. Думал, что это строительство там видел. Думал, переночую, а зато там соберусь, да поеду. Типа там. Ну а когда зашел вовнутрь, разбил окно, ну, проник вовнутрь, нашел там эти приборы, да, вот эти все, собрал, а тут приехал ППС, ну и не арестовал. До свидания. По данным следствия, житель Новосибирска – бомж. Ранее неоднократно судим за имущественные преступления. На этот раз уголовное дело возбудили также по статье «Кража». Рецидивисту грозит до 5 лет заключения. Полицейские раскрыли детали его задержания. Приехавшие на место сотрудники внедорожной охраны при обследовании учебного корпуса обнаружили разбитое стекло в окне первого этажа аудитории. При обследовании данной аудитории между партами был обнаружен мужчина 1974 года рождения, который приготовил похищенное имущество, строительные приборы к выносу из помещения.